Лишь при одном взгляде на эти работы у зрителя возникают ассоциации с Грузией и ее гостеприимством. Сразу несколько полотен посвящены теме застолья, которая на родине художника является целой культурой. Застолье, потом все расходятся, остаются там несколько человек. Между собой что-то разговаривают. Они поют просто погибшего Фореля. Какая-то вот такая тема пришла, вот выразился так. На картинах не только винные бутылки замысловатых форм и сцены общения за столом. Здесь можно увидеть колоритные портреты людей, а несколько работ посвящены животному миру. Яркий пример – картина с быком, который всем своим видом излучает гордость и силу. При написании работ Вахтанг Джиниашвили использовал смешанную технику. На передачу задуманного образа работают сразу гуашь, тушь, акрил и другие виды красок. И хотя большинство картин выполнены в монохромной гамме, каждый из них живет, потому что в каждую художник вложил определенную эмоцию. Грузинское искусство очень эмоционально, потому что грузины – это эмоциональные люди. И если вы будете спрашивать грузинского художника, вот вы спрашивали, да, откуда, что, очень трудно сказать, потому что осознать эмоцию художнику действительно трудно. Она рождается в нем, живет и превращается в образ. Оно поэтому и трогает нас, и забирает нас так, что мы не думаем. Мы приходим и сразу нам нравится или не нравится. Выставка Вахтанга Джиниашвили продлится в галерее «Луна» до 7 июня. А 2 июня художник проведет для посетителей мастер-класс по созданию эмалей. Екатерина Анисимова, Илья Васенин, столица Нижний.